когда-то составлял самую мощную крепость на Балтике. Точно, правильно. Порт военный, режимный объект, туда никак уже не попасть. Охраняет его плотящий сторож, который по второй профессии еще и рыбак. Иногда его можно встретить у правого красного маяка. Там отличный клев, как он говорит. Ну, правда, есть очень интересный нюанс, конечно, эти вечно что-то открывается. Павел Первый взорвался, да, мы были на нем. И Форт Петр когда-то лишился одной башни, которая находилась справа от нас. Это большая по центру. Слева еще одна, и справа их башни нет. В 1930 году в башне прогремел взрыв. Форт лишился башни. Следственная комиссия установила, что это была самая настоящая диверсия. То есть форт без башни. Является военным объектом, да? Да, без башни. Можно по обилию количества проволоки и прожекторов сразу понять. А, к сожалению, пока туда доступ запрещен. А, форт соединен дамбой с Кронштадтом. Вот когда, наверное, все-таки разрешат его посещение со стратегической точки зрения, первым его, наверное, откроют.